Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы выбрались в лес для того, чтобы закоптить скумбрию. Коптить скумбрию мы будем в нашей коптильне, которую мы изготовили сами. Как изготовить данную коптильню из бочки, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке под описанием. Для копчения мы обвязываем рыбу. Берем шпагата примерно метров 30. Завязываем, делаем петельку, продеваем голову, здесь мы завязываем на узел, дальше в середине. Таким вот способом продеваем и хвостик. Здесь завязываем петельку. Засыпаем щепу. Щепой беру ольховую. Этого нам будет мало. Щепу много досыпаем. Этого будет достаточно для копчения. Щепу я немного смачиваю. Все, поставили рыбу в коптильню, то есть сейчас ждем 20 минут, потом проверяем готовность рыбы. Вот, прошло 20 минут, открыли нашу коптильню. Вот получилась такая рыба. Проверяем на готовность. Как видите, рыба прокоптилась. Вот мы и закоптили нашу первую рыбу, скумбрию. Цвет получился приятный, золотистый. В дальнейших видео мы покажем, как мы коптим сало. Также мы будем коптить дичь, скоро сезон охоты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.